Но я всю жизнь свою занимаюсь музыкой, я ее люблю всей душой. Это самое дорогое, близкое и родимое, что есть на этой планете для меня. И я дарю то, что пишу сам, всем остальным. А, ты о музыке, я думала, он обо мне. Так, на самом деле, сегодня день рождения, мы приехали к нашей подруге. Она очень замечательный человек, очень творческий. Ее зовут Ульяна, она же владелец и управляющая этого заведения. Знакомьтесь, это Ульяна, прекрасная, красивая. Во-первых, она основатель вот этого прекрасного места Калау Лаунж Фри Бар. Да. Правильно я сказала? Да, Фри Бар у нас. Фри Бар – это потому, что у нас есть такая фишка. Мы предлагаем за определенную сумму можно безлимитно пить коктейли в течение 3 часов. И, ладно, я пошла, ребят, пока. Вот как! Еще мне рассказали, что ты умеешь рисовать картины. Да, вот там вот 2 картины мои висят, и вот эти пальмы тоже мной нарисованы. И вот этот логотип придуманный мной. Вот, и в общем, да, я такой творческий человек, так получается. Вообще прям большие мероприятия, но мы делаем все это в нашем немножко формате, не как у всех, стараемся, по крайней мере. Нет, на самом деле место очень особенное, оно уютное, оно очень уютное, и я уже заценила Ганешу. Да. Ганеша — это такой бог, у него голова слона. Вот, собственно, все мои познания, да, я больше ничего не знаю. Да. В общем, приглашаю вас всех, друзья, и буду вас рада видеть в любой будний день. У нас можно просто посидеть спокойно, тихо пообщаться. И по выходным нас тоже можно тихо пообщаться, но иногда мы устраиваем шумные мероприятия. И это происходит здорово, по-моему. Вот.